Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова, и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях руководитель департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия, главный государственный ветеринарный инспектор Якутии Лариса Макарова. Лариса Ивановна, я вас приветствую. На осенней сессии буквально недавно Илтумен рассмотрел законопроект о порядке содержания домашних животных. Скажите, какие нововведения нас ожидают и вообще о проекте? Добрый день, уважаемые телезрители. Необходимо отметить, что в целом по Российской Федерации нет нормативно-правового акта, который бы регулировал и численность безнадзорных животных, также содержал правила, то есть имел правила содержания животных домашних. Но в этом деле я хочу сказать о том, что Якутия продвинулась намного вперед. Данный закон об ответственном обращении, то есть о содержании собак, кошек, экзотических животных и об ответственности их владельцев в Республике Саха-Якутия был принят в 2002 году. Также постановлением правительства Республики приняты правила содержания собак, кошек, экзотических животных. И, конечно, по истечении времени, по требованию времени были внесены изменения и до сих пор вносятся. Данные, вот на осенней сессии рассматривался законопроект с внесением изменений по инициативе общественного движения «Матери России». Какие же изменения? Если в старой версии в этом законе было о том, что выводить на прогулку на поводке и в наморднике, за исключением собак, достигших 6 месяцев и независимо от роста холки, то в новой поправке это исключение составляет до 3 месяцев и в холке до 25 сантиметров. Почему? Потому что вот потенциально опасные породы собак, они уже в 3-месячном возрасте довольно физически развитые и имеют также угрозу для детей, например. Поэтому вот такие были изменения внесены. Также закон был принят в первом чтении. Почему в первом? Потому что мы ждем еще предложений от населения, от зоозащитников. Они сейчас вносят предложения. Поэтому я обращаюсь и к телезрителям, и общественным организациям, просто гражданам, учреждениям. Если у вас есть какие-то предложения для того, чтобы внести в данный закон, мы ждем. Обращайтесь в департамент ветеринарии или непосредственно в Илтумен. Также здесь с этим законом включена статья 9.1, которая об ответственности самих владельцев. Но эта статья обычно носит отсылочный характер. Почему? Потому что, как я сказала уже, в Российской Федерации нет закона и нет той меры ответственности, которую бы несли владельцы животных. В 2010 году в Кодексе административных правонарушений Республики Саха-Якутия были внесены такие статьи 5.1, как ответственность за нарушение правил выгула, правил содержания животных. Мы фактически очень хорошо проработали и с участковыми полицейскими. Очень много жалоб поступало от граждан. Но, к сожалению, в 2015 году прокуратура протестовала. Данные статьи были исключены, и Верховный суд России, Республики Саха-Якутия в 2015 году, и Верховный суд Российской Федерации поддержал эти требования прокуратуры, мотивируя тем, что это полномочия Российской Федерации. Поэтому мы вот уже с 2010 года ждем закон об ответственном обращении по Российской Федерации. Данный законопроект Госдумы был внесен в 2010 году. В 2011 году, в марте месяце, первое чтение он прошел. И только вот сейчас по плану Государственной Думы в осенней сессии, вот в этом году, должны рассмотреть данный законопроект уже во втором чтении. Может возникнуть вопрос, а почему же так долго? Потому что это очень актуальный и злободневный вопрос, который не был вообще урегулирован. Очень много поправок было, очень много предложений поступило и от граждан, от зоозащитников, от субъектов. Мы сами тоже вносили предложения в данный законопроект, чтобы он был доработан, так как он охватывает все слои общества. И поэтому надеемся, что с принятием данного закона будут очень много приняты еще подзаконных актов. Это правила содержания животных, это нормативы содержания животных, это по регулированию численности безнадзорных, это правила выставки. В общем, где-то 10 подзаконных актов должно выйти.
Что сейчас мы предпринимаем? Конечно, мы как ветеринарные инспектора, мы не сидим, как бы, чтобы, если у нас жалобы поступают. Вот, например, в этом году к нам поступило в целом по республике 1800 жалоб. Из них из полиции поступило 357 жалоб, то есть материалов. В прошлом году 428. Мы какие имеем полномочия? Мы выезжаем на место вместе с участковыми, рассматриваем эту жалобу. И вот где-то 90% у нас, они все равно подвергаются административному воздействию, штрафу, но уже по статье 10.6 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, который гласит об отсутствии вакцинации. Ну, хоть каким-то образом привлечь к ответственности. Мы проводим разъяснительную работу, мы выписываем предписание. Конечно, это не есть полная мера ответственности, но хоть какую-то работу мы в этом направлении проводим. Лариса Ивановна, на федеральном уровне также поднимается вопрос о том, чтобы взимать налог, значит, с владельцев домашних животных. Расскажите, может быть, что-то поподробнее. Известна ли сумма этого налога? Когда ее внедрят? Куда эти деньги будут тратить? Ну, какую-то информацию для наших зрителей. Конкретно такого проекта, документа мы еще не видели. Есть просто предложение. Предложения исходили от депутатов Госдумы о том, чтобы ввести налог. Но чтобы регистрация вся, они трактуют так, чтобы регистрация была все платной. Но сейчас этот проект вносит Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, где есть такой вариант, что регистрация будет бесплатной. То есть что такое регистрация? Так и так мы сейчас тоже регистрацию проводим. Это вот сделать базу данных. Чей хозяин, где живет, вакцину получили, не получили, профилактические мероприятия какие. Но вот уже добровольное чипирование, это уже, конечно, будет платный. Пока такой проект. А то, чтобы про конкретный налог, вот отдельный налог какой-то, чтобы за содержание, пока такого нормативного документа нет. В Якутске, к сожалению, у нас участились случаи с жестоким обращением с животными, и эти случаи вызывают большое волнение в обществе. Скажите, департамент как реагирует на такие моменты? Ну, вы знаете, конечно, вот то, что касается безнадзорных животных, то, что вот сейчас творится жестокое обращение, конечно, виноваты все мы люди. Нет культуры обращения с животными, нет ценностей моральных, этических. И вот сколько бы, например, государство у нас не вложивало деньги, да, по регулированию, сколько бы мы нормативно-правовых актов не принимали, то пока у нас не будет пристройки в умах, да, своих, то, что все-таки мы должны быть неравнодушны. Мы должны на животных смотреть, уже быть ответственны за кого приучили. Мы должны воспринимать его как члена семьи. Вот тогда, конечно, это может вопрос полностью решиться. А когда вот появляются такие случаи, конечно, это уже уголовно наказуемое дело. Но очень тяжело установить, конечно, хозяина. Мы реагируем, мы сразу выезжаем на место, но в основном у нас нет полномочий входить в чужие квартиры. Это только полномочия полицейских. Поэтому мы работаем вместе с полицейскими. Но, к сожалению, вот я еще о чем говорю, равнодушие может быть тех, кто даже знает соседей, знакомых. Вот оно оставляет, конечно, вот возможность тем живодерам быть ненаказанными. Потому что очень тяжело найти вот этих людей. Но в любом случае мы на это реагируем. Скажите, вот принимаемые меры, да, вот законопроект, который рассмотрел Думы и так далее, и тому подобное, означает ли это, что все-таки у нас в будущем станет меньше безнадзорных животных? И какие меры вообще принимаются вот на сегодняшний день департаментом в республике по регулированию этой численности безнадзорных? В этом направлении республика Саха-Якутия тоже является одним из пионеров на этих мероприятиях, потому что по Российской Федерации не урегулирован вопрос. И в 2014 году был принят закон 2 апреля о наделении отдельными государственными полномочиями муниципалитетов по регулированию численности безнадзорных животных. Здесь хочется сказать, что
потом вышли под законные акты. Это о нормативах стоимости расчета отлова, транспортировки, потому что переданные полномочия, они должны быть финансированы из республиканского бюджета. И в 2014 году было выделено 57 миллионов 600 тысяч по республике. Это достаточно большая сумма. Только на один город Якутск было выделено 14 миллионов, 5 из них на постройку пункта передержки. Вот в 2014 году была единовременная помощь для того, чтобы построили пункты передержки. Вот сейчас она стоит на Очиченко. И в этом году выделено средств 24 миллиона 700 тысяч. А городу Якутску ежегодно выделяется по 10 миллионов. То есть по расчету норматива расчет таковой, что на отлов и транспортировку это 460 рублей на одну голову, на содержание 1,5, на утилизацию 500. То есть на одну голову в год предусматривается из республиканского бюджета 2460 рублей. Также имеется постановление правительства Республики Саха-Якутия о правилах отлова и содержания и утилизации безнадзорных животных. Хочу сказать о том, что эффект есть от этой работы. Мы все видим, что собак меньше стало. Особенно, конечно, это актуальный вопрос стоит в городах. И это очень администрация активно работает в Нерюнге, Алдане, в Мирном, вот в Кангалас-Каннамском и городе Якутске. Недостаточно у нас, конечно, на низком уровне работают, ну, нужно отметить, такие улусы, как Аллаиховский, Сунтарнский. Ну, пока вот эти улусы основные, вот как бы средние работаем. По закону, где население до 500 численности жителей, то субвенция не выделяется, потому что так и так. Каждый знает, чья это собака. Там фактически нет безнадзорных животных. Просто нужно определить хозяина и привлечь его к ответственности. В чем эффективность? Эффективность, вот если мы в 2015 году, то есть в целом специализированные бригады, а их 140, всего по республике отловила 16 тысяч с лишним безнадзорных животных, то уже вот в этом году 7700. То есть фактически два с лишним раза уже отлавливается меньше. То есть уже по динамике видно, что безнадзорных животных стало меньше. Нужно сказать о том, что укусы. Вот укус это тоже показатель. Если вот в 2013 году укусы в среднем, это по данным Роспотребнадзора было 2800, то вот в этом году на сентябрь месяц пока 1400. Это тоже в два раза меньше. Вот если взять по городу Якутску, то отлов где-то производился 5-6 тысяч, да, в год первые года, то сейчас это составляет 1800. Лариса Ивановна, благодарю вас за беседу. Нашим зрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях была руководитель Департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия, главный государственный ветеринарный инспектор Якутии Лариса Макарова. Будьте всегда с нами, мы обязательно обсудим самое важное. Всего доброго.